Правила начисления отпускных и стоимость коммунальных услуг в жилье маневренного фонда обсудим сегодня. Доброе утро. В эфире рубрика «По вашим письмам» в студии Светлана Лорханиди. Первый вопрос от Ольги. Я устроена официально, собираюсь в отпуск на месяц. Руководитель сказал, что выплатит мне перед отпуском зарплату за полмесяца, это 8 тысяч. И отпускные в размере половины от выплаченной зарплаты, то есть 4, правильно ли это? Ольга, давайте разбираться по порядку. Сначала насчет начисления отпускных. Это неправильно. Отпускные, размер отпускных денежных средств насчитывается на все виды выплат, которые существуют в организации. Соответственно, отпускные выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до наступления срока отпуска. В полном объеме они выплачиваются. Что касается выплаты заработной платы, она выплачивается согласно установленным в организации правилам. И если выплаты заработной платы, сроки выплаты заработной платы не совпадают со сроками выплаты отпускных, то работодатель не обязан выплачивать заработную плату, то есть эта часть будет выплачена позже, в тот срок, в который предусмотрено вот названными уже выше документами. От Ольги Дмитриевны следующий вопрос. Проживаем в жилье маневренного фонда. У нас на троих 20-метровая комната в коммуналке. По квитанции платим 3300 в месяц. Скажите, откуда такая большая сумма? Ольга Дмитриевна, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства ответили на ваш запрос. Чтобы тоже разобраться, нужно тоже понимать и смотреть документы. Если у жителей есть такие вопросы, в том числе по маневренному жилью, тоже готовы встретить их и посмотреть. Потому что мы же занимались проблемами маневренного жилья, мы разговаривали по маневренному жилью. Соответственно, значит, там, где есть проблемы, выявляли нарушения даже, да, то, что там есть вопросы. Поэтому, если не трудно, хотелось бы тоже увидеть людей с квитанциями у нас в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы четко, ясно и понятно дали разъяснение. Адрес департамента: Ленина, 34, телефон 212-29-55. Свой вопрос нам может задать каждый, пишите координаты рубрики. Электронная почта utro@rfi.ru, телефон информационно-справочной службы 2633, абонент «Утро». А я, Светлана Лорханиди, желаю вам удачного дня. Берегите себя.